Ֆիզիկական անձան զորացուցային տարվա ընթացքում թույլատրվում է արտերկրից ներմուծել ոչ 5 գամանոց բեղորայք յուրականջուից 3 սմ բարողական փաթեթ։ Եղեք տեղեկացված։ Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы Позиция и мой гость сегодня Арман Абуян. Наверное, все-таки в большей степени политический эксперт на сегодняшний день. Добрый день. Доброго дня, спасибо за приглашение. Мы находимся в очень тяжелой ситуации, в очень сложной ситуации, и для многих абсолютно непонятно, что Армении выгодно, что Армении невыгодно, и вообще играет, играет ли сегодня Армения какую-либо роль во всех тех процессах, которые вокруг нас э, происходят. В первую очередь речь идет, конечно же, о открытии коммуникаций и э, Параллельно с ней, абсолютно безотрывно от этой темы, это тема делимитации, деморгации границ. Я предлагаю начать с коммуникации, потому что вокруг этого очень много разговоров, и последние встречи тоже были посвящены этому, что в Москве, что, что в Сочи, что в Брюсселе. Так вот, открытие коммуникаций. Нужно ли это Армении, выгодно ли это Армении и кому это вообще выгодно? Спасибо за вопрос. Ну, в вашем вопросе, по сути, есть несколько основных точек, на которые нужно обратить внимание. Вы очень правильно сказали. Сейчас все упирается в так называемое открытие коммуникации. Почему так называемое? Потому что на самом деле то, что происходит и то, что пытаются представить нам нынешние власти Армении, да, оно абсолютно не имеет отношения к классическому пониманию открытия коммуникации. Это, скорее всего, выкручивание рук, да, вот так скажем, ну, грубо говоря, Республики Армении выкручивают руки Турции и Азербайджан. И что самое поразительное в этой ситуации, Армения делает все, власти Армении делают все, чтобы руки у них выкручивались. То есть, если немного мы раскроем суть проблемы, то проблема в том, что невозможно открывать экономические, либо да, там, транзитные какие-то коммуникации невозможно заниматься деблокадой в условиях, когда турецко-азербайджанский пистолет, вот, условно, да, приставлен к твоей голове, потому что что э, говорит тот же Азербайджан, или что говорит та же Турция. За красивыми словами о открытии коммуникаций э, скрывается четкий план, о чем мы, кстати, господин Оганян, если помните, мы об этом несколько раз в ваших передачах говорили. Это в первую очередь открытие так называемой э, Сюникской дороги, или как э, турецко-азербайджанские пропагандисты да, говорят, э, Зангезурского коридора который, по сути, назови его коридор, назови его дорога, что угодно, который, по сути, становится некой пуповиной, которая свяжет непосредственно Турцию, да, Большую Турцию, через Нахичевань, через территорию Армении, в Сюникской области в данном случае, до Азербайджана, оттуда уже через Каспий в сторону тюркских государств. Почему это принципиально важно для турецко-азербайджанского тандема по одной простой причине. Без этой пуповины, без этого куска, грубо говоря, дороги, проект Большой Туран, то есть объединение туркоязычных государств под одной политической, экономической военной агитой, оно не может состояться, априори, физически не может состояться. Ну, здесь на секунду прерву. Если мы говорим об открытии всех коммуникаций, uh -huh. то это подразумевает априори, что связь Нахичевани и Азербайджана она должна быть. Uh -huh. Потому uh -huh. что это не только Зангизурский, то есть Мигринский коридор, о котором так много говорят, там была железная дорога, это ну и через север Армении эта связь может быть? Смотрите, мы должны понимать задачность. Во-первых, я более чем уверен, что в нынешних условиях полного разлада и разброда, будем так называть, да, государственной системы управления, внутригосударственного разрада и разброда и неадекватного воспринимания угрозы проблем, Открытие коммуникаций, оно априори не может быть, оно угрожает, потому что власти Армении, которые ответственны за те преференции, которые должны быть в результате да, открытия этих коммуникаций, они не могут обеспечить эффективное использование этих преференций. В условиях, когда ни Турция, ни Азербайджан, я вас уверяю, полшага даже не сделают для восстановления экономического потенциала Республики Армения, грубо говоря, эта дорога, вот этот проект разблокировки коммуникации рассматривается исключительно в плане воссоединения Турции и Азербайджана. Вот вдумайтесь, очень мало говорится о ЖД-сообщении, да, которое условно должно быть между Арменией и Россией через территорию Азербайджана. Очень мало об этом говорится. Не, почему все время об этом говорили и с Ираном, Стоп, и с Россией? Смотрите. 90% разговоров и вообще обсуждений на международных площадках крутится вокруг соединения Азербайджана с древним армянским краем Нахчева. Остальные все экономические либо транспортные преференции, которые получит Армения, на данном этапе они Абсолютно, если на чашу весов поставить, да, в плане безопасности страны, в плане экономического роста, они, даже их, их, их сравнивать нельзя. Армения не готова ни экономически, ни физически, ни никак абсолютно отстаивать свои интересы в случае открытия границы. Даже экономические интересы не в состоянии отстаивать. Если кому-то кажется, что Армения может, грубо говоря, на каком-то транзите, да, эти в основном, что эти власти говорят? Говорят, вот мы будем транзитным хабом лгут. Транзитный хаб давным-давно работает очень эффективно. Речь идет о в первую очередь транзитном хабе через Грузию, которую очень активно Турция использует, и которая намного дешевле, если классически экономически ее взять, да, либо возьмем буквально неделю тому назад, подписанную между Ираном и Азербайджаном, под, был подписан некий документ, который предусматривает э, выстраивание очень серьезной логистической цепочки Иран-Азербайджан, дальше уже Россия и Европа. То есть в данном случае мы не можем на себе замкнуть, для того, чтобы, ну, грубо говоря, основные транзитные потоки. По одной простой причине не можем замкнуть. Во-первых, никто эти транзитные потоки сразу же через Армению не будет прогонять. Это гигантские вложения, гигантские суммы. И э, по объективным причинам страны, которые сейчас вот этим транзитом занимаются, ну, грубо говоря, Турция и Иран. Да, вот давайте политику оставим в сторону, чисто по экономике. Они уже достаточно серьезные деньги уже вложены, они должны себя отбить. Э, мы должны рассматривать тему открытия коммуникаций ни в коем случае не отсоединяя, то есть не разделяя эту тему с непосредственной экономической целесообразностью. То есть это не должно быть идея только ради идеи. Мы не должны это делать ради чего-то. И в первую очередь для обеспечения безопасности Республики Армения. Ведь давайте все-таки вот логично мыслить. Транзитные пути это тоже же некие гарантии, да, может быть не такие серьезные, но в любом случае некие гарантии безопасности, потому что страны транзитеры, которые вот гонят грузы, они заинтересованы, чтобы на тех путях, которые будут э, использоваться, был мир, условный мир. Но тут очень важно понимать, что в условном мире в классическом понимании, да, мир. Э, Турция и Азербайджан не заинтересованы по одной простой причине, и Турция и Азербайджан, они еще не реализовали основную цель, вот почему Вторая Арцахская была, да? основную цель Второй Арцахской войны. Если кому-то кажется, что основной цель Второй Арцахской войны была оккупация республики республике Арцах, то это была одна из причин. Основная причина была возможность сухопутного воссоединения между Турцией и Азербайджаном. Недаром Иран, да, вот давайте просто вспомним, когда пошла речь о том, что могут быть изменены границы Республики Армения, правда, эти власти об этом не говорили, но не дураки же сидят, извините, в том же в тех же иранских, либо российских, либо американских аналитических центрах. Они прекрасно понимали, что после того, как Азербайджан продавит вот эту идею коридора, тогда Будет неизбежное изменение границ, может быть, в краткосрочной исторической перспективе, что будет угрожать Ирану? Иран вывел войска границы и сказал: если вдруг мы даже готовы, вспомните, как, какого рода заявления делались, например, командующим корпуса исламской революции в Иране, да, который сказал, мы готовы даже войска ввести. Почему? Почему Иран так переполошился, если речь идет о каком-то транзите, либо о каких-то, да, вот таких пупушных открытиях коммуникаций. То, что Иран четко понимает, что под эгидой открытия коммуникаций Турция и Азербайджан проводят политику по расчленению Армении, что невыгодно в первую очередь Ирану. В то же самое время у Армении нет, у нынешних властей Армении нет ни желания, ни ресурса, ни элементарных, я не знаю, знаний, вот даже на этом уровне, чтобы просчитать геополитические риски региональные, которые сразу же возникнут после того, как эта дорога соединится. Смотрите, очень много говорилось о том, что это будет ну, одна из, одно из направлений коммуникационных, которые откроются. Ничего в этом как бы такого нет. Это нормально, если все коммуникации в регионе открываются. Mm -hmm. Но Алиев в Брюсселе уже сделал два заявления, которые достаточно четко обрисовывают желания Азербайджана. То есть это экстерриториальность, потому что они говорят, если Лачин соединен с Арменией и там спокойно все двигаются, такой же коридор должен быть для Азербайджана и Нахичева. То есть мы можем говорить о том, что этими словами, по сути, Алиев Дает возможность Армении вообще пристановить этот, этот процесс? Безусловно, но тут весь вопрос в том, что нынешняя армянская власть абсолютно не заинтересована в защите интересов Республики Армения, армянского комьюнити. Это не просто, да, вот, вот такие знаю, громкие слова, на самом деле это так, потому что Алиев говорит ровно вот, уровень, градус, да, вот этого идиотизма, который он несет, это для нас идиотизм, для них это задача. Мы уже видим, что э, э, происходят процессы, которые, на первый взгляд, выглядят абсурдными, все-таки Азербайджан, да, оказывает давление на нынешние армянские власти, продавливает. Смотрите, Алиев говорит ровно настолько, насколько ему позволяет говорить нынешняя армянская власть своими действиями. Когда эта власть буквально после войны начала на каждом углу вопить о вот территориальные территориальная целостность стран, вот мы должны биться за то, чтобы были четко очерченные границы. Да? Он же что дает? Он, дает? он дал фактически Алиеву карт-блаш делать такого рода заявление. Вина в формировании вот этого Видение, которое Алиев представил, она полностью лежит на властях Армении, которые своей политикой подыгрывания азербайджанскому видению, как развитие региона, как разрешение Арцахского конфликта, как вообще всех практически проектов, да, начиная от транзита и заканчивая так, называемой, так называемым подписанием мирного договора, он, естественно, вышел и, основываясь, опираясь в первую очередь на бесхребетную политику нынешних властей, он всего лишь Алиев озвучил то логически, о чем ему говорили те же армянские власти. Приведу пример: мы знаем, что оккупированный участок дороги гори Скопан. Это безусловно, потому что нет ни одного государственного нормативного акта, как минимум, да, под которым Армения подписала, что вот этот кусок дороги, например, там Азербайджан. То есть фактически налицо оккупация. Что делает власть Армении? Она говорит, нет, мы вот тут посидели и решили, что это а а азербайджанцы не оккупировали эту территорию, а это территория их, то есть азербайджанцев. На основании чего? На основании каких документов? Абсолютно об этом не говорится. На основании каких-то гипотетических карт. И вспомните, когда Азербайджан установил там таможенный пост, какова была реакция власти Республики Армении? Они сказали следующее. Да, это территория Азербайджана. Внимание. И они на своей территории имеют право делать все, что хотят. Что говорит Алиев? Он говорит, секундочку. Армяне фактически признали территориальную, не то что целостность Азербайджана, а наше право на нашей территории делать все, что угодно. И да, основываясь именно на вот этих заявлениях властей Республики Армения, он как президент Азербайджана говорит, да, я там готов установить таможенные, например, посты, да? что по, по сути будет означать логистически обрубать связь Армении с Арцахом, Тут даже о миротворцах не говорим, это совсем другая история. Чисто логистически отрывается от цеха и все. В течение буквально ну, года-полтора, может быть, там. Просто в лучшем случае, в кавычках, конечно, в лучшем случае, люди уедут оттуда. Потому что люди не будут жить под постоянной угрозой блокады и уничтожения. То есть, я докончу: то есть, что мы здесь. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть определенные нарративы, которые сформировала эта власть, которая себя, я даже не знаю, кем она себя позиционирует в данном случае. Алиев просто взял эти нарративы, собрал их воедино и выдал то, что он выдал. Почему Алиев настаивает на экстерриториальности? По одной простой причине. Только экстерриториальность дает возможность в дальнейшем расчленения республики Армения по семейскому хребту, да, и с другой стороны, почему им не нужен транзитный путь? Вот как раз-таки вы о транзите говорили, им экономически транзитный путь не нужен. Им нужна, грубо говоря, сухопутная дорога, по которой можно будет транспортировать вооружение, э, там, я знаю, солдат, армии. То есть некая такая, я не, не зря упомянул слово пуповина, которая бы была основной связующей э, линией, которая. Без которой невозможна реализация Пантуранского проекта. Пантуранский проект или вообще любой турецкий крупный проект, он априори против России. Угу. Потому что это стратегические противники в регионе. Почему Россия, на ваш взгляд, сегодня поддерживает идею открытия коммуникаций? Uh -huh. А уж потом вернемся, и мы уже, в принципе, затронули тему и демаркации, и делимитации uh -huh. границ. Россия, в первую очередь, основывается на двух китах да, своей внешней политики. Кит номер один – это в нынешней ситуации, это в нынешней ситуации полная защита интересов России, но которая основывается, кроме интересов России, также на тех постулатах, либо нарративах, которые разрабатывает армянская власть. Ну, грубо говоря. Армения. Русские не могут быть больше армянами, чем мы. Да? Это, к слову, о тех претензиях, что вот русские не пришли, русские сделали то, русские сделали все. Что говорят русские? Говорят, да, хорошо, что было открытие коммуникации. Прекрасно понимая, что транзит не нужен Азербайджану с Нахчеваном. Они говорят, окей, мы как основные модераторы в регионе, категорически против турецкого коридора. Это должна быть обычная граница, на которой будут стоять армянские таможенные пункты, армянские пограничники и пограничные войска ФСБ. То есть Россия, понимая основной тренд, который задает Турция, она пытается сейчас, Вы представляете абсурдную ситуацию, пытается сейчас быть больше армянами, чем вот, а нынешняя власть. То есть она говорит, что вот мы здесь поставим наши военные, грубо говоря, да, военную инфраструктуру, естественно, основная задача турок по использованию э, сюникской дороги в военно-политических целях, она фактически нейтрализуется. Но, вместе с этим э, Россия, находясь на, вот, на данном историческом перекрестке, да, находясь в преддверии, достаточно серьезных да, региональных потрясений, речь не только о нашем регионе, также речь мы знаем, что происходит в Донбасс, Донецк, да, вот в, в этой стране она делает все, чтобы не быть втянутой в еще одну горячую фазу, то есть горячую точку. То есть русские что хотят? Русские хотят сделать так. Здесь, вот если говорить простым да, языком, они здесь пытаются вот на балансе играть, как-то сдерживая ситуацию отскатывания в фазу горячей войны, хотя я более чем уверен, эта фаза неизбежна. Русские тоже это понимают. И сейчас основной военно-дипломатический ресурс они концентрируют у себя на западной, на западных границах. Речь идет о границе с Донецкий, с Донецком, Донбассом, грубо говоря, украинское направление. Русские прекрасно понимают, что да, они подыгрывают туркам в плане вот, вы, на нам есть такое хорошее армянское слово. Но в то же самое время русские понимают, что основной целью турецкого азербайджанского комьюнити является выдавливание армянского элемента из региона. Речь даже не об арцахе. ведь Мы знаем, да, что в арцах российские войска вошли уже, когда фактически турецко-сирийские террористические войска были на поступах Степанакерта. А вообще выдавливание армянского элемента из региона ну, в плане того же воссоединения. А мы знаем, что после того, как, не дай бог, этого не произойдет по одной, ну, по одной простой причине, мы же добровольно не пойдем на самоубийство. Речь идет об Армении. Но если вдруг гипотетически предположить, что армянского элемента в регионе нет, он уничтожен либо выдворен. Следующим будет российский Северный Кавказ. Давайте не будем забывать о тех нарративах, которые использует турецкая сторона, ну, лично тот же Эрдоган, да, это его знаменитое фото с картами, которые высшие российские чиновники, да, пытались как-то смазать, замазать, но, извините, из песни слов не выкинешь, все прекрасно понимали, что когда Президент одной страны держит в руках некий некую карту, на которой половина России рассматривается как часть большого Турана, да? Это уже государственная концепция фактически турецкого государства. Турция прекрасно понимает, а все тем не менее пытается не дать скатиться хотя бы вот данной региональной ситуации, да, к войне. Смотри. Понятно, то, что вы говорите, абсолютно понятно. России горячая фаза вообще сейчас нигде не нужна, и так много болевых точек. Но при этом у России был шанс в Арцахе. Понятно, что армянские власти ничего бы не попросили, вмешательства не было. Это и показали события вот ноябрьские, когда вроде бы заявление сделали о том, что давайте, вот мы обращаемся, но не обратились, по сути. Но у России, на мой взгляд, тогда был шанс принципе, турецких ребят переломить в Арцахе. Россия для этого, по большому счету, ничего не сделала. Ну, только просто остановила, когда вела своих миротворцев. Почему Я думаю, что мы должны выйти немножечко из нашего регионального Дахаба, я имею в виду Армения, Азербайджан, Турция, и посмотреть на те точки, где русские с турками пересекаются. Уверяю вас, для России, помимо всего, не менее важнее турецкие российско, вернее турецкие интересы, которые сейчас замкнуты на сирийском направлении, на направлении северного Ирака и в Африке, okay. потому что ввиду достаточно серьезной лоббистской политики Турции в России Турция считается достаточно серьезным экономическим партнером России, и это да промах русских, вернее тех чиновников, которые будучи либо представители власти, да, которые ну, в той или иной степени стали завязаны на очень серьезных экономических проектах с турками и военно-политических, военно-дипломатических проектах с турками. Возьмем Сирию, возьмем тот же северный Ирак. Я вам приведу в пример, вы, вы наверняка помните, что примерно месяц тому назад, полтора месяца тому назад очень серьезно обострилась ситуация в Сирии это Идлибский, на Идлибском направлении, где Турция фактически заявила о том, что она начинает войну. Да, то есть турецкие регулярные войска войдут на территорию Сирии, что, естественно, предполагало лоб в лоб столкновение с русскими войсками, российскими войсками, миротворческим контингентом. По некоторым данным столкновения были, но столкновения были не прямой солдат-солдат, да, не в этом формате. русская авиация просто утюжила там про турецких прокси и турецкие регулярные войска, о чем, кстати, в турецкой прессе попадались очень бурно, да, статьи с именами, фамилиями убитых турецких военнослужащих со стороны российской, российской авиации. Но вот казалось бы, вот-вот-вот-вот, и вдруг бабах, турецкие войска отходят на 2,5 километра назад. Тема о вторжении Турции в Сирию быстренько сходит на нет. И в то же самое время мы видим, что, как вы заметили, достаточно вялая реакция России на Арцахском треке. То есть мы не должны... Вот эти, эти события, они взаимосвязаны. То есть тут, скорее всего, следующее произошло. Турки уступили... На сирийском направлении взамен Россия э, заняла на определенный исторический промежуток очень короткий, да, некую такую нейтральную позицию. Причем русские говорят, что, говорят, мы не можем быть больше армянами, чем вы. Мы идем в вашем ключе. Вы, хот... вы объявили эпоху мира? Если вы объявили эпоху мира, как я могу, грубо говоря, военно-дипломатическое давление оказывается на ту страну, с которой вы уже фактически инициируйте переговоры. Речь идет о Армении и Турции. То есть у русских есть определенная логика. Это ни в коей мере, конечно, не умаляет ту долю ответственности, которую несет Россия за все, да, за все происходящее. Но в то же самое время русские, я уже третий раз это повторяю, не могут быть армянами больше, чем сами армяне. Это мы должны запомнить. Если эта власть заявляет о том, да, Пашинянская власть, что она не готова, она не хочет воевать за территориальную целостность Армении, речь не идет о стычках глобально, да, когда идут заявления о том, что мы что, будем воевать за 30% Черного озера, помните, да, вот это заявление, либо, а почему должны в горах, в снегу быть посты наших ребят, или вы что, хотите, чтобы была война из-за Геваркумика? Ну, об этом, правда, не говорилось, но это в подтексте идет всего, да, вот мы пытаемся сдерживать их то, естественно, Россия смотрит и говорит, так, эти люди, власти Армении, идут в сторону любой ценой, любой предотвращения войны. Но и западные, и российские, и региональные, иранские да, аналитики говорят, что этой политикой... Армения приближает войну, но уже на своей территории. То есть война неизбежна, она будет, это надо понимать. Теперь, те же русские понимают, что война неизбежна. Но в то же самое время они понимают, что э, армянская власть не готовится к этому, а делает все, чтобы эта война была. Осознанно, неосознанно, уже суть не важна. Грамотные они, неграмотные, с ума сошли все. Оставляем в сторону. Русские делают что? Они просто увеличивают, ну, грубо говоря, да, увеличили путем размещения российских миротворцев в Арцахе свой контингент. И, грубо говоря, опираются исключительно на военную компоненту. То есть они говорят что? Они говорят, даже если вы Армении решили полностью с патрахами лечь под турок, мы все равно наши интересы будем защищать. И вы не смеете нам указывать, почему мы должны с турками то делать или все делать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Просто, к сожалению, время поджимает, вопросов куча, которые хотелось бы задать. Ну, я уверен, что это далеко не последняя наша встреча, и не только в рамках студии. Спасибо за приглашение. Конечно же, нужно раскрывать постоянно да, вот те процессы, которые происходят, потому что, к моему большому сожалению, в Армении происходит постоянно, да, вот эти манипулятивные какие-то движения, которые не дают людям нормально понимать суть происходящих событий. Спасибо, всегда готов. Спасибо большое. А я всего лишь добавлю, что сегодня моим гостем был политический эксперт Арман Абувян. До свидания.